Всем здорово, меня зовут Влад... Всем здорово, меня зовут Владыч. Как это так? Сегодня я снимаю тег и сев... Всем привет, меня зовут Влада 4. А, забыл. Офигеть, я не могу начать. Что за фигня? Точно, как я мог забыть? Я не знаю, как я вообще мог об этом забыть. Это просто капец. Привет, моя любимая, привет, моя хорошенькая, как ты тут? Пошли со мной видео снимать, пошли, дорогая. Дорогая, ты все не так поняла, это просто сестра твоя. Воу, всем привет, меня зовут... Не помогло, да. Всем привет, ребят, меня зовут Влада 4, и сегодня я снимаю тег, как вы поняли по названию. И тег прям самый-самый лучший в интернете. Что в моей сумочке? Так, стоп, не парьтесь, ребят. Вы знаете меня, все будет просто... Чики-пуки. Ну что, погнали! Самый лучший тег на планете. Вот, собственно, моя сумочка. По понятным причинам у меня в сумочке нет такой наплечика. Мы, парни, носим портфели, и это наша сумочка. Так как я самый обыкновенный минский парень, я самый обыкновенный парень из Беларуси, то содержимое моего портфеля не будет отличаться абсолютно ничем содержимым портфеля других парней. Ну и, конечно же, первым делом самое важное, что носит с собой Беларусь, это... Это же, конечно же, мешочек с картошечкой. Вот она, моя картошечка, вот она. Евреи носят золото с собой, украинцы сало. Нет, я не знаю, я просто предположил, так что все. Не трогай комментарии. Вот такой вот у меня красивенький пакетик с картошечкой. И к картошечке мы, конечно же, белорусы, носим с собой сковородочку, чтобы в любой момент мы могли приготовить дранички. Смотрите, какая картошечка. Она любит вас. Вторая вещь в моем портфеле, она самая-самая обыкновенная. Эта вещь, она как бы у всех абсолютно людей на планете. У тебя, у меня, у моей мамы, у всех. Это, конечно же, ключи. Ключей у меня много, да, и вот они все разные. Есть блистер. Вот вы сейчас смеетесь над моими ключами, но на самом деле ключи могут пригодиться. Вот, например, вот в такой ситуации. О, пацан, иди сюда. Ты! Пацан! Вы мне? Да, ты слушай. У тебя случайно ключа не будет на 20? У меня просто вот реально какие-то инструменты странные. Ключ на 20, конечно, есть, подожди. Вау, слава богу, ты просто спасаешь меня. Так, на 20 ключ, так. Слушай, а может лучше драников? Третья вещь в моем портфеле. Это, конечно же, тельняшечка. Без тельняшечки я вообще никуда не могу пойти. И если вы когда-нибудь увидите меня без тельняшечки, то... Можете взять ключ и открыть мне голову. Не, ну это шутка, вы понимаете, да? Еще я ношу с собой одну тельняшечку на тот случай, если я внезапно стану маленьким, и у меня будет тельняшечка. Четвертую вещь в своем портфеле я еще никому не показывал, и это маленький мексиканец, который живет вот в этом кармашке. Послушайте. Эй, амиго! Амиго! Скажи что-нибудь подписчикам! Пожалуйста, дорогой, пусти домой, пожалуйста. Молодец, спасибо, амиго. Пятая вещь в моей сумочке, это бутылочка воды. Я ношу ее с собой постоянно, вот она. Ой, так, это нет. Эй! Где вода? А вот она. Шестая вещь в моем портфеле, это, конечно же, книжечка. Книжку я беру постоянно с собой, мало ли, когда она может пригодиться. В смысле ты занимала очередь? Что ты сказала? Ну а на самом деле, ребят, все намного проще. Обзор моей сумки займет не больше 15 секунд. Банковская карточка, ключи. Да. Кошелек с документами. Наушники. Вода. Дезик. Работай, падла. Гель для волос. Паспорт. Что? Что? Хочешь увидеть мою фотку? Окей. Влад, давай, ты нечеткий. О, какой я четкий, смотрите. Всем привет, меня зовут Влада 4. Я убью тебя и твою семью сегодня. Ну и последнее, что я с собой ношу, это же, конечно... Картошка. Все, конец. По-моему, круто вышло. Ставьте лайки, пишите комментарии. Комментарии это очень важно, ребят, ведь я без вас как... Я без глаз.
Вы знаете, что нужно сделать, если вам понравился этот ролик. Делайте. Ну, а с вами был я, меня зовут Влада4. Всем пока!